Вы смотрите видео об отеле Oasis Bungalows. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Oasis Bungalows расположен в стране Греция в регионе Родос и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. В 1,2 километра от центра Афанду, в 5 километрах от Фалераки, в 6 километрах от Колимбии, в 20 километрах от Родос и Порта, в 23 километрах от аэропорта. На территории отеля имеется интернет, интернет-уголок, платная парковка, обмен валюты, сувенирный киоск, услуги прачечной, доплатно парикмахерская, доплатно, услуги, ресторан, центральный бар, бар у бассейна, Wi-Fi в общественных местах отеля бесплатно, интернет-уголок, платная парковка, обмен валют, сувенирный магазин, парикмахерская, платно, прачечная, платно. Есть русскоязычный персонал, беспроводной интернет, Wi-Fi в общественных местах отеля бесплатно. В номерах есть балкон, терраса, ванна, душ, ванна, кондиционер, спутниковая, ТВ, телефон, фен, холодильник. Номерной фонд отеля состоит из всего 52 номера, Double Rooms, тильда 22, 25 М2, Family Rooms, тильда 50 М2. В номерах, инт, кондиционер, спутниковая, ТВ, холодильник, телефон, бесплатный Wi-Fi, интернет, сейф на рецепции, за доплату DVD-плеер, ванна, фен, балкон, терраса. 2 или 3 односпальные кровати. Family Room 2 комнаты, салон с 2 односпальными кроватями, отдельная спальня с 2 односпальными кроватями, 1 ванная комната, ежедневная уборка номеров и смена белья, номера для некурящих. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть автостоянка, бассейн с пресной водой, врач по вызову, интернет, уголок за доплату, бесплатный Wi-Fi, интернет в общественных местах, сейф на рецепции, за доплату, бар, центральный бар, снэк-бар у бассейна, ресторан, центральный. Для детей есть детский бассейн, детская площадка, детская кроватка, да бесплатно, услуги няни, да по запросу, платно 10 евро в час, до 22 часов ровно, песчано-галечный, в 800 метрах, лежаки за доплату, зонтики за доплату. Год постройки гостиницы – 1982. Год, когда был сделан последний ремонт – 1992. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.